Доброе утро, меня зовут Никита, и я работаю в творческой сфере. У нас нет определенного дресс-кода, поэтому я предпочитаю неформальный стиль одежды. Я веду активный образ жизни и хочу везде успеть, поэтому предпочитаю спортивную обувь, даже зимой. Мне нравятся вот эти вот полукроссовки, потому что у них декорированный мех, эластичная вставка, которая регулирует подъем. У них очень модный цвет кэмел, а вот точно такая же модель, только в черном цвете. Я слежу за модой, и сейчас очень популярна транспарентная прозрачная подошва, как у этой модели. Она не только подойдет под классический стиль, но также и под спортивный. В этой модели мне понравился необычный оригинальный протектор, а также объемный стеганый верх. До зимы я ходила в этой модели, а теперь самое время переобуться в более высокие кеды на меху. Мне нравится эта пара ботинок, потому что в ней очень много фишек. К примеру, одна из них — это защитный клапан, который препятствует попаданию грязи и влаги. А еще одна фишка этих ботинок — это антивандальная накладка в носочной части. В этих ботинках есть фиксатор для шнурка, который можно спрятать в этот кармашек. Верх ботинок выполнен из натуральной кожи и текстильного материала высокой плотности, обладающего водоотталкивающими свойствами и повышенной износостойкостью, а также формованной анатомической стелькой. Помимо спортивной обуви, я еще ношу стиль casual. Это современное направление дизайна, натуральная кожа с восковым покрытием и с эффектом старения. Casual стиль представляет еще эти ботинки. Лаконичная фурнитура, сочетание материалов, эргономика и повышенный комфорт. Специальные наплывы и подошвы в носочной и пяточной части предполагают дополнительную защиту обуви от механических повреждений. Наконец-то в моем гардеробе появились высокие берцы. Здесь глубокий протектор и система защиты лодыжки в голенище. Предусмотрена формованная вкладная стелька и модная шнуровка. Подошва ТЭП, полимер, термоэластопласт, всесезонный материал, устойчивый к морозам и износу. Он прочен, эластичен, обеспечивает хорошую амортизацию и сцепление с поверхностью. А это еще одна любимая пара обуви марка с художественной полировкой, очень солидной и мне в них комфортно. Свою коллекцию обуви я собираюсь пополнять, и вам советую чаще заглядывать в магазин марка.